это продолжение наших так называемых умных семинаров, когда мы приводим сильных представителей джиу-джитсу, вот, за которыми видим большой потенциал. И выпытываем их коронки. Хорошо, что людей очень много. Я хочу очень много разобрать именно соревновательных моментов, нюансов, которые я вижу очень, в принципе, я считаю, важны для российского джиу-джитсу, для понимания каждого из вас, если вы хотите какие-то цели себе ставить, выигрывать соревнования или, ну, в принципе, считать себя профессиональными спортсменами. То же самое, вот парень, следующий вот за тобой. Абсолютно то же самое. Чтобы не потеть, нужно снимать. Секрет. 6, 7, 8, 9, 10. Миша блаженный какой-то. Приходите на семинары, организованные БЖЖ Фрикс, особенно в клуб Ронин Фэмили. Вообще самое главное, что я джиу-джитсу, это умение проходить гард и умение работать гардом. Сюда, сюда. Очень простое задание, да? Справимся? Обойти, дернуть. Вопросы? Вот для чего ты это сделал? В принципе, очень много разных техник, и все одни и те же свипы можно выполнять с разных гардов. Неважно, какой гард мы рассматриваем, для меня все гарды, они в принципе одинаковые, да? Ну, они все слышат вставай, но никто не слышит там осанки и вертикально, да? Вставай, это у них вот, вот так. То есть, если на человека положить, потом что-то происходит, и на меня смотрят таким лицом, типа, ну вот, тебя раз в жизни послушают. Я понял все, то есть вообще все теперь.